religiosa se me hace muy bien, señor, y a casa, la persona se no pesosa, que todo mi propio no se le rascasa, un igual y todo pesosa, no es supra, siempre напоминаю еще зелено, и который сейчас покажу. Этот плюс ему не нужен был, потому что он пользовался редко, и то, когда ремонт делал в комнате, а вот этим, которым супер, он пользовался повседневно. Поэтому сказал, ну на, забирай, что плюс сломался, типа, или все такие дела. И покажу, как он как называется. Вот пылесос. Вот такой он классный. Home элемент. Модель. HE-VC1801. 240 вольт, 50 Гц, 2100 Вт. Сделано в Китае. Ну, понятно. Он, видите, такой классный. Здесь имеется парковочное седло. Есть такие колесики. Здесь еще одно колесико, под которое вот так вот. И он может вставать только вот так вот. То есть, никакие тут полных не стоят. Сейчас покажу, как тут так вот отстегивается. Это у него контейнер. Вот. Здесь фильтр, все вот так вот. Все. Моется под обычным полученным водой. Ну, если вы хотите, чтобы было чище, можно использовать щелочку. Запах, конечно, немного такой пыльноватый, но что поделать, присутствует циклонного типа. Здесь такой фильтр, не как на моем Самсунге. На моем Самсунге он бумажный. Его нельзя мыть ни в коем случае, а этот можно мыть под обычной водой. Сушить на естественной среде. То есть на естественной среде я имею в виду только на солнце, не на батарее. Вот. И нельзя этот фильтр стоять в стиральной машине, ни в коем случае. Походу у него того фильтра по Самсунга нету. Вот. Тут же другая конструкция. Вот. Здесь такая ручка. Имеется автосмотр шнура. Она работает на ура. Вот. Минус тоже короткий шнур. Вот. И слабая тяга. Вот. А так, в принципе, нормально. Сейчас покажу блок комплекте. Во-первых, шланг. Он лучше, чем у Самсунга. И вот так вот он вкручивается. Вот так вот. Они присоединяются отверстия всех положено. Ну, но коротенький, но зато нормальная гофра. Все нормально, видите, пластик. Нормально, крепкий, вот. Телескопическая труба немного изменена. Если она мне вот так вот, то здесь вот такой вот движок. Надо вот так вот его нажать. И вот так вот до упора. Также сделано в правом порядке. Она здесь алюминиевая. Так выходит на сладкие. Вот такая вот, видите, ковер пол. Она здесь вот так вот, ей колы пылесосы разные. Но она здесь цельная, без переключения, вот. Как на Самсунгах я видел такие вот. Или, например, на средствах, типа там, на Вихре, на Аудре, вот. Есть такие вот щетинки, есть такая вставочка. Колесики, раз, два, три, четыре, вот. И вот так вот паркуется. Бац. И имеется такая вот насадка, ну, щелевая. И, скажем, например, вот. Пылесосы там разные, телевизоры разные, там часы такие вот, например, как у меня, там мебель разную, там плинтуса. Ну, короче, универсальная, очень полезная вещь пригождается. Тем более вот так вот, хопа, вот так надевается и особенно очень удобно. У меня в мастерской, там где в углах, там где разные опилки, разные ошметки летят, вот. Очень хорошая вещь. Сейчас покажу, как работает первым. Вставляем наш шланг. Сейчас. Если мы разберусь, то по... вот так вот делается. По часовой стрелочке. Ай, вру. По часовой. Но почему-то у них по часовой это как бы... Как бы объяснить. Ну, по часовой у них как бы... За, как бы типа... Ну, они типа сделали как-то по-чудному, что фиксируется не как мы привыкли. По часовой. Фиксируется по часовой, отжимается. А наоборот, вот. Сейчас распутаю шнур. Вот, где минус. У пылесоса короткие штуки. Вот. И он может обычно резко не включаться. Как у меня вот такие есть ходятся, как у меня. Вот, я покажу вам. Штуки, видно, очень короткие. Вот так что пипец. Поэтому использую специальные такие проходники. Они бывают еще немного другие проходники, как я использую. Немного другой конструкции я использую на своем утюге электрическом. Который, кстати, тоже скорее в трузоре. Это где-то российский, где-то 2000-х там. Ну, по-моему, так. Так. Давай еще раз набраться с этим попасть. Точно в дырочки.
Можно даже вот так вот делать, на ходке, вот так вот. Вот так вот. Сейчас я вам немного покажу, видите. Пожалуйста. Правда, запах пыли. Немножечко такой. Ну, как бы это терпимо. Вот так вот смотрится. Ох, сам даже не ожидал. Вот. Ну так уж он отсоединяется и присоединяется. Вот. В принципе, если помыть контейнер, то все будет нормально. Вот. В основном труба здесь уже хорошая, видите. Вот так же, видите, здесь такие же есть прорези. То есть, как фиксировать ее. Вот. Немного, конечно, коротенькая. Но по мне так. Ой, сюда вставляется. И все путаю. Но по мне так. Мне так это нормально, как вы видите. Вот, в принципе, я пылесошу, не нагибаюсь. Вот. Пылесосом я очень доволен. Пылесос у меня только один день. Вот. А так у брата он работал. Давайте я вот так вот. Ладно, вот так вот. Хоп. Вот. В принципе, пылесос нормальный. Единственный минус только что. Короткий шнур. Вот. Короткая труба. Но, в принципе, эту проблему можно решить просто. Брать другую трубу, например, с того же самого Samsung, и вот так. Но, в принципе, меня это ничем, как бы, ничего это, как бы, не волнует. Вот. В принципе, вот. Зато рада, что здесь, видите, поворотное вот это вот место. И здесь тоже поворотное место. Вот. У шланга такого вот. Такой он гофрированный. Вот. Вот. И у нашего Samsung, сейчас покажу, где. Вот в этом месте примерно был обрыв. Вот, то есть, было ненадежно, вот. Я себе, наверное, не знаю, то ли навсегда этот пылесос оставлю, то ли потом брат верну. Куплю себе, собираюсь планировать пылесос Samsung. Вот, ну, я куплю так лету. На котором, кстати, тоже будет обзор. Вот. Вот. А так у меня еще будет много пылесосов. Вот, в основном меня порадовала вот эта пылесосочка. Очень прикольная. У него, у Samsung, она просто соединилась, это очень крутая такая. Хопа! Хопа! Опа. Опа. Вот. Пылесос, в принципе, как бы, вполне дорогой. Вот. Не надо думать, что китайский, фуфло, хрень, говно и так далее. Ну, в принципе, за свои деньги он нормальный пылесос. Вот. Главное, только что дополнить переходником специальным, вот. Вот специальным переходником. Потому что иногда могут быть штуки короткие. И он просто-напросто будет не включаться. И, в принципе, все. И елка с концом. Плюс мне понравился. Вот. В общем, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Удачи. С вами был Иван. Ждите новых видео.